Ковалева завершается благоустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. В ближайшее время стадион огородят забором для безопасности спортсменов. Появится дополнительное освещение для занятия спортом в вечернее время. А вместе со светом установят камеры видеонаблюдения. Сама площадка появилась здесь 2 года назад в рамках национального проекта «Демография» и стала точкой притяжения местных жителей. Волейбольный корт, баскетбольные кольца и спортивные тренажеры. Старшее поколение выбирает только размяться. Молодежь работает над рельефом мышц. А мамы с детьми просто активно проводят время на свежем воздухе. Население у нас спортивное. Все с огромным желанием сюда приходят и радуются тому, что у нас есть. Мы, в общем, с гордостью приезжим, показываем данный объект.